Сегодня у нас 22 июня, утро, вот привезли березки опять, вот шкурить начали. Вот он здесь еще остался бывать. Это последний день, ну, 6 часов, я 6 часов на почте, а тут за пешком. А зачем на почте? А там у меня почта отправляет, 12:30. Какой, Москва, на московский? Ага. Подожди, завтра? Барнаул, Москва. Не сегодня, но завтра в пол первого ночи. Да, да, завтра он идет по черным. 96-й, да? Да, да, да. Жалко, Сергей Егорович, что уезжаете. Вы нам понравились. Игнатий Тихонович, вы кота отдаете мне, рыжика? Он не слышит, надо близко подойти. Перестань, с тобой повезешь, что ли? Да. Ну, перестань. А я брату говорю, сыну, монтажу. Бачка пускай забирает, у нас 5 штук их, куда их девать-то? Строго могут не пустить, московский поезд, тем более. А я не вижу, что так уже. Ага. Вот ты едешь много, а что ты слышишь? Как штрафанут, мало не покажется. А в купе будет? А вообще? Он же может и закричать. Кот-то. Может замяукать, может в туалет захотеть. Да, конечно. А его кормить не будет. Сергей, тебя очень сильно отвлекает от работы. Постарайся тебе отвечать еще. Он спрашивает, можно рыжего кота с собой забрать? Я уже говорил на эту тему, не надо. Угу. Ну, дорогу остановили, кошки не положено вести без ветеринарного свидетельства. И все, и кот за окном. Почему нельзя? Там был бы у соседей, отдал бы. А так он с дороги выбросит его. Ну и спрашивать не будет. Молодь, что поедет потом. А он не может. Ну ладно, я так не заметил. Ну реально, просто... Вот вчера тут привозили, когда березки, Ерёма барабаш на зелке привозил. И тут вот какую-то от заднего борта запчасть потеряли. Вот пока не нашли. Может где-то вот среди этой кучи, под этой кучей вернее, она лежит. У него задний порт отпал, когда березки выгружал. Вот так вот. Девочки, у нас сегодня суббота, они отдыхают. Вот так вот. Иначе, Иванович, сегодня же 22 июня, знаменательная дата. Да, Гитлер напал. Да. Сегодня уже доказано, у Гитлера никакого выбора не было. Через 2 недели Сталин готовился напасть. Это и Виктор Резун доказывает, и все историки. Все войска стянули туда, главное. Старые укрепления освободили, чтобы нападать. 1,5 миллиона парашютистов, там мир не знал. И поэтому воскресный день выбрал, когда были в отпуске, кто отдыхали и ударили. Все войска были стянуты к границе. Самоучители даны были уметь говорить по-польски, хотя бы главное по-немецки. Зачем? Воевать только на чужой территории. И Молотов говорил, не надо это уже говорить. Сегодня это все супер доказано. У него выбора не было, распространить коммунизм на весь мир. У Гитлера не было выхода никакого. Это весь немецкий народ понимал, его поддержали. Все. Давай, выдергивай. Там пробыл? Да. Смотрел? Это... Историки тоже мне. Воевать, и ни одного автомата в армии не было, одни винтовки были. Дореволюционные. Вот наши девушки отдыхают. Под репьем прячется. Это Ульяна. Покажись оттуда. Вот она как спряталась. А Клигерия-то где? Гликерия, ну-ка иди сюда. Бегом, бегом. Куда сюда? Иди сюда. Куда несешься? Куда беги? Сюда иди. Телефон! Сейчас. На, иди возьми быстрее.
снимать.